даже тех, кто смотрит на Ютубе с Новым годом. Это первая передача геймни в этом году. Сегодня, точнее, в прошлом году, как вы помните, мы закончили одну очень-очень-очень неприятную игру Нихилумбра. Она хорошая, красивая, имеет свои недостатки, много недостатков, но, тем не менее, мы ее закончили. Поэтому сегодня у нас с вами у нас сразу несколько новых игр образовалось, поскольку замечательно у нашего спонсора зимой была распродажа, и поэтому... Хотя какой он спонсор? Хотя нет, да, он спонсор, он предоставляет нам игры, в которые мы с вами играем, с которыми мы с вами знакомимся. Так что в зиме была распродажа, и я тут купил парочку, а вот недавно купил одну интересную игру. Поскольку из голосовавших в вопросе, который был весьма таким неявным, где названия игр были всего в одной букве, даже если в названии было несколько слов, я на черном экране буду говорить, потому что игра у меня пока не запущена, запущу, как только договорю. Значит, у нас там было несколько игр, 5 штук, кажется. Так вот, из всех проголосовавших, поскольку большинства проголосовавших сейчас в чате нет, ну, возможно, они смотрят, игру буду выбирать я, вне зависимости от результатов опроса. Чтобы никто не говорил, что это несправедливо, справедливо. Вы голосовали за другое, так, ну, что ж поделать, но... Надо и на трансляции все-таки ходить. Голосовал я за игру, название которой состоит из двух слов. Это квест. Квест, который, в принципе, не особо новый. На него очень большая скидка недавно была. Даже, по-моему, может быть, не в рамках распродажи. О, привет, Олегыч, привет, Урасик. Вот, вот теперь ура, вот теперь здорово. Все пришли, молодцы. Значит, сейчас мы запустим новую игру. Я думаю, это будет квест. Вот. Broken Age я выбрал сам. Вообще в геймне никогда опросы не... какого-то большого влияния не создавали, то, что о, все проголосовали за эту игру, и поэтому я как бы... Не, иногда были такие случаи. Ладно, хватит болтать, пора запускать. Только курсор мне дайте. Хорошо, что вы не видите заставку студии, которая делала эту игру, потому что она очень, очень, очень... О, Господи. Потому что она очень и очень страшная. Значит, сейчас мы тут подгоним под наши... Так, я думаю, вот так вот я сделаю. Только вот, к сожалению, надо подобрать ее. Преобразовать. Догнать под размер. Почему-то она адекватно... А, нет, вот, все, теперь с ней адекватно. Видимо, я ее... Да, я ее сворачиваю, и поэтому она у меня вот так вот некрасиво выглядит. Значит, начнем мы новую игру. Я перезапишу свое сохранение. Я тут немножко попроходил. Значит, история у нас начинается с двух персонажей. Каждый находится в своей линии времени. Игра немножко подтормаживает. Я надеюсь, это не так заметно. Начать мы можем одного из них. Это квест. Если вы видели какие-нибудь игры в жанре квест, типа Дипонии, например. Вот это нечто похожее, но в таком стиле. Странном. Вообще, я даже не знаю, с чего
с какого товарища начать, мне они оба симпатизируют. Ну, поскольку я чуть-чуть попроходил все-таки, я не всю игру прошел. Иначе бы, если бы прошел всю игру, я бы на геймни квест не послал. Я на геймни квесты посылаю очень редко. Почти никогда, хотя Дипоню пару раз начинали, но так не закончили. Короче, предоставляю вам выбор, товарищи, сидящие сейчас в чате. Хотя сидеть в чате мне не нравится выражение. Товарищи, смотрящие эфир сейчас, вам выбор предоставляю я, и как-то я вообще не это не умею слова подбирать. Олегович говорит слева, Урасик молчит, поэтому я выбираю слева. Обе линии трэш и угар. Начнем с трэша слева. И я уверен, что они как-то пересекаться будут. Я надеюсь, вам игру хорошо слышно, поскольку озвучивать персонажей я бы... Секундочку. Вот это вот товарищ, точнее, товарищица, очень орет, но почему-то вы ее не слышите. Я слышу музыку хорошо, но ее я слышу плохо. Так, что бы нам сделать? Нам, наверное, общую громкость подрегулировать. Я надеюсь, вам теперь слышно более или менее. Проверьте звук. Вот, хотя мне, честно говоря, в уши орет. Но ладно. В общем-то, как мы знаем, я пока ничего не буду нажимать. Квесты дают в таких... Да, мы тут слышим многие реплики. В квестах дают ачивки за... О, привет, Влад. Я не могу говорить, когда главная героиня... Точнее, нет, главная героиня сидит у нас справа. Ну ладно. В общем-то, игра это называется Broken Age. Запись будет. Поэтому, если вы название хотите, я в названии записи будет. Так вот, в этих квестах дают ачивки за упорость. Упоротость это значит, когда вас много чего просят, но вы этого не делаете. Я, честно говоря, не очень знаю в этой линии времени таких ачивок, но в той времени, где товарищ у нас в космосе, вот там много таких ачивок. Не будем ее, ну, раздражать. Мы уже слышим повторяющиеся фразы, поэтому мы встаем и идем куда-нибудь. Мы тут спим под деревом. Давайте я вам расскажу немножко при... Да. В общем-то, я не, честно говоря... Ну, насчет высокости, это скорее дуб и низкий, чем она в Анохе. Как меня она раздражает, честно говоря. И вообще, на фоне очень много персонажей будет говорить. Давайте я вам расскажу предысторию этого мира, как только вот этот товарищ на заднем плане... Это товарищ женского пола. В общем, я не знаю, почему она не может подняться и посмотреть под деревом. Но... Смысл в том, что она сейчас меня очень перебивает, я не могу говорить, когда мне в уши орет кто-то другой. Поэтому давайте с ней поговорим, и я смог свои мысли выражать нормально, а не то, как я делаю это сейчас. Worried that I chickened out? No, I know you're not afraid of anything. I mean, what's to fear? This is a great honor. Right. Wait, I can't tell if you're being serious. Well, there is one part that I'm really afraid of. What's that? I'm afraid that you won't get any food because I'm gonna beat you to the maiden's feast. Dream on. О, наконец-то она замолчала. Зачем я это сказал? В общем-то, нас зовут... Я квест проходил достаточно долго, поэтому
честно говоря, я не знаю. Знаете, я просто убегу от нее. Я не хочу идти в дом. Но я не знаю. Вот я очень надеюсь, что вот таких моментов не будет, когда кто-то на фоне будет постоянно что-нибудь теребонить словами и как это все делать. Давайте мы пройдем в наш домик. Мы живем в такой сказочной стране, где тут печем пирожки. Мы живем в Великой Империи пирожков. Да мы поняли. Кстати, мы... Sugar Bunting, where the sweetness is baked right in. No time to go to town now. Да, в общем, нам называют название этого города, и мы идем в дом, потому что я не могу, когда вот... Ненавижу, когда на фоне кто-то говорит, и вот это просто раздражает. Вот, я надеюсь, здесь будут молчаливые локации, где будет, как бы, ну, только музыка, чтобы я смог нормально вам поговорить и прокомментировать игру. Запись я начал, если что. Hello? Господи, и здесь. В общем-то, здесь нас ждет небольшой такой небольшой... Wow. Yay! There is my Valoria. Oh, look at my pretty girl. I can't believe. I just can't believe. We're very proud of you. I think that's what your mother is trying to say. Oh, she's not even dressed yet? Can we do that after cake? Come on, cake first! All right, but come on. Let's get this good time over with. Oh, yes, cake. Now, where did I put that knife? Nobody touches that cake until I find the ceremonial knife. В общем-то, я надеюсь, они не будут ничего говорить. Вот я очень сомневаюсь, потому что вот эта дама сейчас будет нам кряхтеть, куда же я нож забила. Ой, простите, ребят, я все-таки музыку сделаю потише. Ну, потому что ужасно орет она, и авторские права на Ютубе, скорее всего, будут, а может и нет. Да, она тут... продолжает комментировать на заднем плане. Это ужасно раздражающий фактор для меня как стримера, но хватит ворчать вообще на игру. Она только началась, а я уже начал Причем, когда я проходил, такого не было. Кстати, почему-то персонажи, которых можем тыкать, они мигают. В общем-то, громкость голосов уменьшить. Но понимаете, в чем дело? Я хочу, чтобы вы слышали голоса, потому что я не озвучиваю персонажа. Кстати, здесь есть две озвучки, точно так же, как в Дипонии было. Английская и немецкая. То есть, я так подозреваю, что игру тоже делали немцы. Не просто же так они немецкую озвучку сделали. Вообще, немцы очень любят квесты. Так вот, мы живем с вами в такой какой-то странной очень стране. Странной стране, да? И вот эта дама, кстати, кричит не так громко, как вот эта вот девчонка. Праздник и так далее. Мы живем в сказочной стране и в сказочной империи. Как скажет нам потом вот этот дед, что та империя, в которой мы живем, раньше была империей воинов, а сейчас стала империей пекарей. И небольшой, наверное, хотя я не знаю, спойлерить, нет? Но это вот то, что я сейчас хотел спойлернуть, это ближайшее будущее наше. То есть это не глобальный какой-то сюжет. В общем, мы живем в стране, которая... приносит жертвы чудовищу, которое обитает в озеру. Жертвы очень трэшовые, и мы играем за одну из жертв, которая, судя по синопсису в Стиме, да и судя по тому, как я как бы дальше прошел, жертвы быть не хочет. И почему она к спиной к нам? Вот эта Велла. Почему она к нам спиной обернута, я не знаю. Но тем не менее... значит, вот это не торт, на самом-то деле.
это не торт, это платье в форме торта. Ну, вы понимаете, как бы тут кормят чудищу девушками, обернутые в торт, который реально съедобен. Торт это ложь, торт это девушки, девушки это ложь, женская логика. Ну так вот, мы потом найдем какой-то способ, нет, вот это уже говорить не стоит, ну ладно. В общем-то, сейчас наш квест найти гребаный нож. Нет, там живут чудища на дне моря. Знаете Кракена из «Пиратов Карибского моря», если я правильно назвал фильм? Слушайте, вот это мигание мне не нравится. Но выглядит, кстати, красиво-то. Тут немцы рисовать умеют. Вот это наша, я так понимаю, семья. Кто к нам приходится? Это, скорее всего, отец. Это, скорее всего, сестра. Это, скорее всего, мать. Это, скорее всего, дед. А это кто? А кто это, честно говоря, не могу сказать. Нет, это не бабуська. Хотя нет, это бабуська. Это не бабушка наша, это бабуська. Потом вы узнаете некоторую роль в сюжете. И... В общем, дедок нам все расскажет. Что... Да. Что интересно, здесь нет такого вот, что нажал на какую-то кнопочку, как в Дипонии. Это point-and-click квест. Так в Дипонии можно было нажать колесико и просто видеть все активные предметы. И так, в принципе, все последние части мной и проходились. А тут нам приходится самому елозить по экрану. Это, мне кажется, интересней. Давайте подумаем, что это за пироги. Not until I find that knife, young lady. She already caught me using my fingers. Eyes in the back of her head, that woman. Да, в общем, это нам пока сказали не трогай, пока я нож не нашла. Давайте посмотрим, что это за торт. Как так можно медленно идти? Чего? I hope that dress isn't to scale. How would I walk in that thing? Я не буду сейчас к субтитрам продираться, к переводу, потому что я по переводу, честно говоря, не понял, о чем она говорит. Она как бы говорит, что это платье уменьшенной модели, и типа она в него влезет, что ли. Но по-английски она сказала, что она надеется, что это... Ну вот она, кстати, то же самое это и сказала. Я надеюсь, что это не модель не в масштабе, как я буду в этом ходить. И по сути, по логике... Да, это платье. Так вот, она как бы говорит, что... Она как бы говорит нам... По идее, она должна была сказать, я надеюсь, что это модель... Как бы, ну, типа, слишком маленькая или что-то вроде, как я буду это носить. Не знаю, я не буду искать логику в этой фразе, мы потратим на это время. Давайте посмотрим кексы. Дорогой Влад, а что за шизофрения в этой игре? В другой линии времени, которая за мальчика, там еще шизофреничнее. По крайней мере, в начале уж точно. И... Я с вами согласен, этот мир очень такой нереалистичный и очень бутафорский. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь. Maybe the knife is under this towel. Never gonna find it. Dad, I hope you're not hiding that knife for your own good. Ага, дедок спалился, что это нож он украл. Я вам только хотел сказать, что, знаете, а нож-то украл дедок, но он нам сам это сказал. Значит, это кексы. Don't touch the red ones. Mom made those just for me. You're going to eat all of those? I've already had six. That explains a lot. В общем, мы взяли кексик и полотенце. If there was a day to splurge, it's today. В общем-то, сегодня у нас
Да, добрая девочка у нас еще будет, когда мы... ну, вы сейчас узнаете все. В общем-то, сухое полотенце мы прибрали себе в карман. И, кстати, если смотреть... Вот что это такое торчит? Знаете, если вы подойти... Пусть она подойдет опять к столу. Мам, это ее специальный день. Let her have all the cupcakes she wants, except the red ones. Ха-ха-ха. Юмор, юмор. Так вот, если смотреть отсюда, то кажется, что это какой-то смартфон в кармане. Но, знаете, какая-то странная одежда, честно говоря. Вот эта торчащая штука, это шарф, пояс, что это вообще? Значит, давайте поговорим с этой бабуськой. Вот, чтобы взять нож, нам нужно говорить с детком. Давайте сначала с другими персонажами поговорим, и я с ними не говорил, и... Что это за бабуська? В общем-то, это бабуська по имени Левина. Давайте спросим, не знаете, где нож? I knew I would have cut that cake, shoved it down your gullets, and had us out the door already. Oh. Да, в общем. Слушайте, они даже здесь мигают. Слушайте, это не очень хорошо. Почему они все такие мигающие? Причем мигают они, а фоны не мигают. Это, ну, как-то. Они светятся, это очень-очень странно, и мне вообще это не нравится. Да, сегодня у нас девичий пир. Давайте зададим вопрос. Сколько таких пиров вы уже провели? Девичий пир... кровавый пир, да. Вампир устроил тут кровавый пир. Во. How many of these feasts have you organized? Let's see. A new grand mag appears every 14 years, and I'd have seen 6 of them, so... Hey! Are you trying to get my age out of me? I'll never tell. Ахаха. Ну, ладно, я не буду ахаха, потому что, ну, это все-таки юмор, и как бы... Эта бабуська шутит, что мы такие супер-дедукторы, что мы не спрашиваем именно, сколько перов вы провели, а типа сколько... как бы ей лет, если мы 14 умножим на 6, насколько она... Вот. Давайте умножим. 6 на 4, 24. 84. 6. 6. Я не то, что я долго так считаю, я просто пересчитываю по 1000 раз. Да, 84, все правильно, да. Я просто как-то вот с вечерком сегодня не особо соображаю, могу ошибаться в расчетах, ну, такой просто. В общем-то, 84, ей больше 84 лет. Офигеть, бабуська, конечно. Ну, понятно, да, 42 и надо, и понятно. Кто такой Мокчохтра? The latest in a long, distinguished line of grand mogs to visit our land. Distinguished? Well, anything that lives that long becomes distinguished. I mean, look at me! О, привет, Рамиль. Это не негритянский мультфильм, просто здесь все так мерцает, и это раздражает. Ну так вот, откуда берутся существа? How much do we know about these grand mogs? The grand mogs have visited our lands for as long as anyone can remember. They hide in the wilderness for years, and then they come to feed. After feeding, they return to their land and it is imagined breed. You actually imagine that? В общем, теперь тут два пингвина, да. I want to go beyond the plague dam someday.
It's forbidden! But maybe you'll be lucky enough to be taken there soon in Mog Chafra's stomach. Да. А Мог Чотра — это чудовище, которому нас хотят скормить. Я пока не вижу логики, зачем мы это делаем, и пока мы просто о вселенной очень мало знаем. Я не буду в стиле какого-нибудь товарища придираться, типа, а вы ничего не сказали, зачем, какая война, чем уничтожена, защитить от кого и так далее. Я пока просто буду наблюдать. Вот в конце я уже все выскажу. Why was I chosen? In every town visited by a Grand Mog, the villagers vote for the maidens who represent their town's best qualities. So in other words, beats me. Mog Chothra attacks other towns? Of course. Mereloff just had their maiden's feast yesterday. That's how we know he's coming here next. They're a pretty tough act to follow. Amazing featherwork. Okay, I think I know all I need to know about the Maiden's Feast. All you need to know is how to look pretty in your dress. We'll take care of the rest. Да, Влад, я тоже прочитал, но ладно. В общем-то... Почему у нее торчат? Потому что мы живем в империи пекарей. И она тут что-то вроде главы или старейшины. Вот. Поэтому у нее торчат из по... То есть я хотел сказать, из шляпы торчат багеты. Да у него же багет. Давайте еще спросим, почему... вот именно уже интересный вопрос, почему... Ну, эта бабка нам, бабусика, ничего не ответит, естественно, но все равно интерес такие вроде. Почему бы с ним не сразиться? So, why don't we just fight Mog Chothra? Silence! Talk like that could ruin the Maiden's Feast! If you destroy the feast, Mog Chothra will destroy this village, including your family! Is that what you want? No. Короче, она нам не родная, поэтому я и сказал, что она нам не бабушка, она бабуська. Потому что она какая-то местная знает, старейшина, и это Лавина, как ее зовут, или Левина, я уже имена забываю просто так. В общем-то, давайте скажем, что дедку не нравится этот праздник. My grandpa doesn't look too happy about this feast. Your grandpa is just stuck in the ways of old. Your grandma was the same way. Bless her soul. Not all of the town elders have stayed as hip and with it as I have. I'd better go look for that knife. And hurry. If we're late, you won't be selected and your family will be shamed. Ну да. Только... Вот, кстати, дедок не мигает. Что интересно. Обратите внимание. Мигает бабуська, мигаем мы. Не мигает дедок. И мигают эти два персонажа. Даже давайте с нашей младшей сестрой поговорим. Знаете, очень напоминаю... О, привет, Соляриус. Привет вообще всем, кто... Да нет, вроде только Соляриус пришел. Знаете, я пока не прослеживаю логику. Это прям какие-то голодные игры. Вот реально. Все своих детей... Главное, еще и радуются, что сдают своих детей жрать... Ну, не ее детей, ну вы поняли. В общем, сдают жрать какому-то чудищу, чтобы он не уничтожил. Это для них большая честь. Они радуются, что... Вот она радуется, что сдает родную сестру на жирание чудищу. В общем-то, да. А это торт платье. Еще раз напоминаю. Давайте поговорим с отцом. I do, but your mom brought out a special one she wants to use. She wants everything to be perfect on your special day. Короче, он нам тоже пока ничего не сказал. Но вот у правительницы мы узнали, что
бла-бла-бла и прочее такое. Может, вот этой девушкой поговорим? I was just wondering, what if we fought the monster instead of feeding it? That's my girl. Now that's Beastender blood talking. Please, my loves, don't make this any harder than it already is. Вот, вот дедок мне, кстати, сразу понравился. С дедком мы сейчас и будем говорить, мы тут все уже истыкали. О, не, не истыкали. Ага, это типа муляж этого Макчотра. Я думал, это лампа. Короче, этот товарищ... Ой, то есть это... Да хватит к нам задом становиться. Значит, отец это вот это. Это, наверное, единственный персонаж вместе с дедком по фамилии Бестендер, как сказал мне дедок. Я только что сейчас узнал, как ее фамилия. Виола Бестендер. Мы, в общем-то, да, выйти мы не можем, я не буду тыкать, я и так знаю, просто она идти будет. Она очень медленно идет, сами посмотрите. А, нет, здесь быстро, ну ладно. Ну что ж, давайте поговорим с детком. Знаешь, где мамин нож? Wouldn't tell you if I did. I'm not doing one thing to help with this shame feast. Да, он тоже против кормления. Вот дедок самый нормальный. И вот это хотя бы объясняет, почему у нас есть разум, и мы можем понять, что хватит скармливать себя чудищу, почему с ним просто не сразиться, или, господи, просто уйти от него в другое место. Да, он горец, с гор, да. Yeah, I'm not sure how I feel about this maiden's feast either, to tell you the truth. Then fight it, girl! Stand up for yourself! I hope you're not filling that girl's head with nonsense, Brahma. Да, Олегыч, Олегыч, правильно, мы его будем кормить кексами. Нет, здесь просто уже было написано, но тем не менее. Сейчас мы его спросим. В общем, его зовут Бромель Бестендер, а мы Виола Бестендер. Why do you hate the maiden's feast, Grandpa? Because this used to be a town of warriors. It's a travesty, Bella. Да, вот сейчас он все за меня расскажет. Stop being warriors. Lavina Clench and her ilk said there was too much bloodshed, pushed for appeasement. So we went soft, became a town of bakers. Дедуля, хочешь кекс? Yes. I'd better go find that knife. Don't you dare. I hid it for a reason. You did what? Oh, nothing. Вопросы ко взрослым. Мы получили ачивку, которую вы, к сожалению, не видите, потому что захватывается немножко не игра. Простите, я свернул игру, я хочу посмотреть. Да, нам дали ачивку за то, что мы узнали все, что можно. Grandpa Beastender? Хочешь кекс? Yes. I'd better go find that knife. Простите. Болею. Давайте дадим. Дайте просто. Day to splurge, it's today. Да хватит тыкать. For me? В общем, вот эту фразу я тыкать не буду, потому что дедок обидится. Я не хочу обижать дедка из принципа. For you, Grandpa. Don't mind if I do. Я, кстати, пробовал и постоянно кормил его кексами. Мне тут правда... Мне нужно было как бы... Why not? Мне нужно было брать кексы и еще раз кексы. For me? Yes. For you, Grandpa. Ой. Don't mind if I do. Don't mind if I do. В общем-то, мы жираем ему кексы, и он должен нам отдать нож. Кстати, а можно ли съесть все кексы? Давайте скормим ему третий кекс, а на четвертый мы с ним разделим пополам. For you, Grandpa. Don't
Как вы понимаете, напополам разломить нельзя кекс почему-то. Его нужно резать ножом. Вот обожаю замечательную логику кексов. Ой, то есть... короче... квестов. В общем-то, давайте ему скормим кекс. Пополам. Правильно, он достает нож. On second thought, you can have the whole thing. Suit yourself. Now, where did I put that thing? What thing? Nothing. I didn't say anything. Да, и нам дали нож. На детка я использовать нож не буду. Но первое, что мне захотелось, это использовать нож. На чем-нибудь. All right, time to serve this girl up. But first, can I ask just one more time? Honey. Why don't we just kill Mog Chothra? Here, here! Oh, honey. Oh, we're going to miss your sense of humor. Majestic to behold. Awe-inspiring. Powerful. Mysterious. But Mog Chothra is more than that. Merciful and generous. Mog Chothra keeps our town safe. All he asks is may he pick some of our beautiful flowers as he passes through. Please come, Mog Chothra, and make your selections. Welcome to the Maiden's Feast. Show him what you're made of, fella. I know he'll pick you. This can't be right. No, it's not right. А хочу, кстати, заметить, надписи не отражаются. Они реально не отражаются, они обрезаны. А здесь вообще какая-то хреновина. А, нет, это не вода. О, господи, что это? В общем-то, они никак не отражаются. У нас тут птички воюют, у нас здесь ножи есть. А Максимини что? Здесь вообще ничего не написано. И у меня есть один вопрос. Да, Легоч, в руке окорок. У меня есть один вопрос. А, во-первых, ну это я так понимаю подставки, это все-таки не вода. Вода, ну как бы, она гораздо ниже, это такая иллюзия. Мы стоим не на воде. Мы стоим как бы, ну, на подносах таких-то. Но у меня здесь есть как минимум один вопрос. Зачем писать надписи на задней стороне, если монстр будет выходить отсюда? Где выпьем? Ням-ням, Максимини, налетай, горячая штука. А, вот это? Я, кстати, слушайте, я только сейчас заметил. А, Олегович, не знаешь, написано спереди или нет. Давайте спросим какую-нибудь вот эту. Мне из-за тебя захотелось есть. You're making me hungry. I'm trying to make Mog Chothra hungry. These girls have it all backwards. Think it's attractive to starve themselves. Поменяешь курицу на что-нибудь? Wanna trade something for a bite of that drumstick? What do you got? Need a towel? Nope. They taught us to eat daintily in finishing school. I'm warning you, buzzard! I will fuck you alive if you come near my food again! Нет, их сожрет не птица, а то и станет сущая зловонной... ну, в общем... То, что выйдет из... короче, дермодемон из глубин. Вот. Проехали. How about the satisfaction of helping out a fellow maiden? Sounds good, but not half as satisfying as this drumstick. Never mind. Го сбегать. Hey, what do you say we break out of here? Trying to get us all to quit so you'll win the feast, huh? Well, it's not gonna work on me. I'm in it to win it, baby.
Ладно, пока. Давайте спросим вот эту выпивку. В общем, каждая женщина, девушка представляет себе 7 смертных грехов. Ну, в общем, в стиле конспиратологии от одного товарища. Чревоугодие, тщеславие, алкоголь. Ну, в общем, Го говорит с этой. У меня есть план. Hey, I've got a plan. I already have a plan, thanks. Attract Mog Chopra with my slender frame and be remembered forever as a hero. Well, good luck. Yeah, whatever. Знаете, давайте ее ножом зарежем, а? I don't think I could hit her from here. Ладно. She's skinny. Слишком тощая. Need a utensil to eat that? No, thanks. I feel silverware detracts from the hand. Ладно, сейчас оно выйдет. Вон вот это оно, вот это что-то идет. Давайте подотремся. No, тогда ножом порежем себя. Bird, no right. Но без птицы мы не денемся. Давайте. Да, надо ей закрутить бутылку. И с помощью бутылки ей... вот здесь есть интересная функция пропустить. Close, ну, я думаю, надо поговорить с Розой. Hey, does that costume have any thorns we can use as weapons? It does, but they're made out of chocolate. Regardless, I accept my noble burden, not with apprehension, but with joy. I give my life so that no harm comes to our village. No, I give my life. No, me! Sheesh. Вот теперь да. А вот и дерьмодемон. Это сэмпл, кстати. Так, ладно, пока они там говорят... В общем, это все, что осталось. В общем, вы не заметили, что у нее появилась бутылка. Слушай, дай выпить, а? А, да, вот вы спрашиваете, почему они не убьют, а один дедок с нами только заодно. Вот это у меня тоже вопрос.
такой очень большой вопрос, который стоит пока ребром на этой вселенной. Откуда это, с чего взялось? Поэтому я говорю, что это все бутафория пока что. Hey, can I have a drink of that water? Trade you for that sweet corset you've got on. Never can be too bad. This horrible thing, you got a deal. Ooh, what a relief. Следующий литр я тебе отдам, если ты снимешь платье. Ага, и эти товарищи радуются, что их жрут. Давайте подотремся, раз мы промокли. Давайте порежемся. Короче, ты еще себе позвоночник сожми, товарищ. А знаете, в чем тут логика оказалась? Нужно просто попросить бутылку еще раз. Давайте предложим тебе запить курицу. Давай полотенце, а ты мне подушку, то есть курицу. Да. Короче, сожрали практически всех. Давай-ка на тебя накинем корсетик. А теперь го резаться. Вскрываемся. Буквально вскрываемся. Так, кто тут за ноги хватает? В общем, мы улетаем в облака. Нет, он должен съесть всех. Я надеюсь, он сейчас съест бабку. Да уж. И мы летим куда-то. Вот только летим мы не очень. Нифига себе. А, слушайте, даже я бы так не вскарабкался. Она умеет лазать по канату. Откуда? Как она вскарабкалась на птицу? Ох, тут еще веселые ребята подлетели. А, Урасик, это не ее бабушка, это правитель города, у нее фамилии различаются, мы же говорили. Она бабуська, я поэтому и бабуська и называю, что она не бабушка, она бабуська. Обожаю физику в играх.
А, и мы еще не разбились. Я не буду это комментировать. Давайте посмотрим. Я в этой локации вот не был. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Так. Зачем мне золотое яйцо? Мне кто-нибудь объяснит. Прежде чем с этим парнем говорить. Ага. То есть мы живем в каком-то... Короче, это этого товарища 100% зовут Лэнда. Лэнда Калризиан. Или как у него фамилия была. И они живут в небесном городе. Тут у них тут есть типа фонтан, но он легкий. Что это за птица? Hi, birdie. Ой. Лол, что? What do you birds do for fun around here? Что? У нас тут есть это спасатели. Облакоступы. А я так понимаю, эти штуки, которые позволяют нам не проваливаться. Looks like I should go that direction for more clouds. Better not touch those. I don't want to make these giant birds angry at me. Да. Офигеть. Так. Понятно, нам нужно достать... Вот зачем нам снегоступы? Хотя это облако ступы. Это хотя бы понятно. А что у нас здесь вообще? Ой, сюда мы не пойдем, мы тут не понимаем ничего. Но мы какая-то... в какой-то город пошли. Привет, птица. Wanna give me a lift? No? Я нажал пробел, если что. Looks like something's going on down this ladder. Better not touch those. I don't want to make these giant birds angry at. Понятно. Это что за водоворот такой? Понятно. А если мы... Главное, ходить мы можем, но стоять мы не можем. Так, облакоступ. Привет, товарищ. I told you to be careful. It's okay. It's just my whole livelihood is gone, is all. I'm sunk. Sorry. About what? About your knife. Oh, right. My knife. So, what's your name? Carl. Carl? No, Carl. It's Carol, with some of the letters removed for reasons that are too stupid to repeat. Carl. Carl! Слушайте, унесенные призраками, там тоже это, как ее звали, Хибаба, Юбаба. Юбаба тоже, когда забирала человека в мир призраков, сокращала ее имя. Ну, девочка, ее звали как-то Хира Хори или как. В общем, ее стали звать Сэм, но настоящее имя у нее было... Хироку или как-то... Я, честно говоря, не помню. Можно спросить о той странной парочке? Hey, can I ask you about those weird guys down there? My husband and son? What did they do this time?
Я пока предлагаю ничего не спрашивать такого конкретного. Что? Okay, enough about your family. Oh, sorry. Was I going on about them again? Well, I'll let you get back to your work. My work. Короче, она уронила нож, а наш нож куда-то пропал. Какого черта? Я думал, что у нас был нож, и мы его отдадим ей. Давайте будем спрашивать. You can't make hats without a knife? Hats? I make life-saving cloud shoes here. Or I did, until you came along. You make shoes out of clouds? No, shoes that keep you from sinking into clouds. They spread out your weight. Buoyancy is all about them. Wait, I know this. Что? Dryness? Pounds per square inch. Skinny little feet like yours shoot through clouds like chopsticks through whipped cream. Do you really eat whipped cream with chopsticks? Only when I'm feeling sad. Why don't you use your teeth? Shoes made of teeth? That's creepy. Что? Hey, can I ask you about your family again? Sure. I had no idea they were so interesting. You must be very proud. Honey, I'm just trying to survive this phase. Honestly, I wish he had just had an affair like most middle-aged men instead of dragging us all up here. Да, диалог сумасшедших. Я говорил, эта игра очень упорота. Вы еще не видели, что там творится у мальчика. I think they're going to hurt somebody with those sticks. Oh, my husband would never do that. Harmony has rules against hiding here. Гармни? Может быть, Геймни? Harmony? Harmony Lightbeard? The supposed guru my husband followed up here. I think he's a nut. But I let my husband have his hobbies. I don't think those guys down there are working as hard as you are. Oh, I think they are, since I lost my knife. Именно поэтому я не озвучиваю диалоги, они... Тут озвучка хорошая. Your husband is following a guru? He moved the whole family up here, so we could study Harmony Lightbeard's philosophy of lightness. It's a midlife crisis thing. I'm just playing along. Okay, enough about your family. Oh, sorry. Was I going on about them again? Well, I'll let you get back to your work. My work. Что интересно, она нам ничего интересного не рассказала. You'd think this would be the one place you could walk around barefoot. Да, нас тут измещают законы физики, но... Ага, то есть мы просто тупо проваливаемся. Ладно, пойдемте направо. Maybe this sign is only for birds. Извини, не хочу тебя оскорблять, но мы пойдем направо. О, господи. Что? Что тут буквы вырезают? Маги? Ты что, режиссер 4-го Терминатора, что ли? Или кто? А я тебя игнорировать буду. А, мы проваливаемся. Hi. Better not touch those. I don't want to make these giant birds angry at me. О, вот на ножик, кстати. Hey, that's my knife. Good thing it didn't land on anybody. Ну, как сказать, ты не видишь его острую часть, может, там лежит птенец, в которого вошел этот нож и его убил, или яйцо, которое... В общем, это товарищ всячески хочет, чтобы мы с ним поговорили.
Ну так вот, этот нож воткнут в кого-то, кто там лежит, мы его просто не видим. О, 3D. О, золотое яйцо. Так, а мы проваливаемся. Can't get up there. Ща будем с ней говорить. Давай. Что она делает? Чистит яйца? What did you say your name was? McGee. It's Maggie, but without the A. My dad's idea. Don't you mind that your dad took the A out of your name? Well, yeah, but my dad said, hey, losing an A is better than losing an I. А, ну, она здесь про глаз говорила, не про здоровье. О, привет, Андрей Багров. Эта игра называется Broken Age. И здесь это упоротый квест. Интересно, что сказать, забавный или странный у тебя папа? Давайте скажем странный. Кстати, надо сохраниться. Давайте сохранимся. Сохранить. Как быстро сохраняемся мы? Давайте спросим про секту. Your dad's in a cult? He's just taking this lightbird worship a little too far. But it's okay. At least it got him out of his line dancing phase. What are you doing exactly? I'm taking care of these eggs. If it weren't for me, they'd get dusty or something. How do you get to the eggs in the high nests? Oh, because I'm so short, you mean? No, I'm just messing with you. I have a ladder. Hey, can I borrow your ladder? Okay. Huh, that's awfully small. Hey, short things can surprise you, okay? True. Hey, is there any way off this cloud? I'd be here if there were. We used to have a cool feather vader that went straight down to the forest below, but Harmony took it out. Пернатокулёр? Что? Ну, я говорю, играй упорото. Why'd they take out the feather vader? Harmony decided that nobody had any reason to leave. Maybe I should just jump. Tried it, no good. Whoops, the birdie guards catch you and bring you back. What you need is a ladder, but it would have to be much taller than mine. Lightbeard's really serious about this lightness thing, isn't he? Oh yeah. People say he only eats feathers. Ick. But it's not true. Good. He only licks them. Ugh. Не будем шутить про перья, это не смешно. Hey, what kind of bird lays those golden eggs? Oh, those? Those are egg substitutes. We make them for the older senile gulls who forget they don't have eggs. Это облако ступы, да ну. Да в некроденсере реалистичнее крылатые. О, привет, Багров Макдак. Вот так вот. А почему они из золота? It's the heaviest stuff we have. We want them to be heavy, so the gulls can't carry them off and lose them. Broken Age.
Что? А зачем я смотрю на ее ноги? Это ты ей говоришь, что ли? Ну, потому что классные облакоступы. Это облакоступы, господи, это же просто тапочки. Hey, nice cloud shoes. Duh, my mom made them for me. All the other kids have cool name brand cloud shoes, but I get homemade. Oh, but don't tell her I said that. The shoe thing is all she's got. Well, I'll leave you alone. Okay. Секундочку. Да, если у вас как-то меняется окно игры, там, не знаю, увеличивается, вы видите какую-то четверть, и она просто свернута. Да, сейчас будем за ножом, только... Are you making fun of me? Hey, what kind of bird lays those golden eggs? Oh. Well, I'll leave you alone. А, что? Ну ладно. Ну да. I don't see anything in that nest worth climbing in for. Да, действительно, почему бы ли с ней, Цу, не поставить? Ничего себе, она раскладная. Берем ножик. Так, одолжим лестницу и идем за тем золотым яйцом. Мы сейчас будем нож. Лагает, не знаю, дропов нет. Давайте попробуем поставить лестницу. Почему мы не проваливаемся? Hey, knock it off. Those hooks are an important safety feature. Sheesh. That was rude. Uh-oh. It sinks without the hooks. Jerk bird, this is all your fault. Понятно, она сидит в гнезде и что-то там себя... Ну, она старая, извините, у нее яйца. Товарищ Багров Макдак, если вы будете себя неадекватно вести в чате, мне придется вас забанить, а я вроде как неплохо к вам отношусь. Давайте отдадим ей ножик. Я не вижу ничего, это нужно. Так, медленно идет. Say, that's some knife. Good balance, nice heft. Ooh, and a blood gutter. No, that's for the filling. The less I know about the knife's history, the better. Here. Thanks. I know, they're big, but you'll grow into them. Trust me, you hit 40 and you're gonna be grateful for a pair of comfortable shoes like that. Мада. Какие вы злые. Может тогда, сейчас я не буду идти налево, я хочу пойти направо, попросить эту... Hi. Whoa, what did my mom make those shoes for? An elephant? Hey, welcome back. Я думал, раз у тебя есть... Раз у нее она самодельные сделала, может, она эти подкорректирует под меня? Ладно. She'll find that an adequate replacement for her missing egg. Hey, thanks for saving my life back there. Sorry I said you were part vulture. Ладно, хрен с тобой. За этого товарища, который у нас... Что творится вообще? Давайте с этим парнем поговорим. Hi, my name is Vela. What's yours? I am Walt Earl. Walter? Walt Earl. With an apostrophe.
We admire lightness in all things. No extra baggage, no extra letters. Вставьте букву, которую вы бы хотели в его имени. Who are you guys? We're the preeners, of course. We take care of the nests and keep stuff floating. Super important. Who's Jesse? That big blue oligarch you rode in on. Oh, really? I guess I owe her a thank you. Actually, take my advice. Stay away. Can you guys help me? I need to get back to Sugar Bunting right away. You're from Sugar Bunting? So that's why you smell like frosting. What's the big rush? Stay here and float a while. I just escaped the Maiden's Feast, and now Mog Chathra is going to eat the town. You what? Why would you ever run away from such an honor? Such a joyous occasion. Hopefully the upcoming ceremonies in Shenmue go more smoothly. We just had our Maiden's Feast yesterday. It was awesome! Brother Lightbeard was very pleased. Good luck topping that one, Smell Mound. Well, I just thought maybe we could fight Mog Chathra instead of feeding it. Oh, that sounds horrible. Why would anyone want to hurt such a noble and dangerous creature? У меня вопрос, им что? Им мозги все промыли. Вот серьезно, что тот мир, что этот, выглядит очень бутафорно. Вот прям вот не верю в это все. I just need to get home right away. We have no way off this cloud. Because no one wants to leave. Mom says she does, but she doesn't really. Right, Dad? I need to get to Mog Chathra, quick. Good idea. If you sacrifice yourself to Mog Chathra, that might set things right. He's very picky, though. And you'd have to compete with the other maidens of Shellmound. Did you say that the next Maiden's Feast was in Shellmound? Yes. It's so sad. I mean, they're always trying to compete with us, but... Oh, please. Shellmound girls smell like old seaweed. How do I get to Shellmound? Follow the stink? Let's go back to talking about... Профессиональный юмор. I knew this magical place would win you over eventually. Короче, это два дебила, простите. Why shouldn't I talk to Jessie? Well, one of her eggs went missing when she was out. She's totally freaking out. Yes, I don't think the golden egg substitute we put in her nest is fooling her. Poor Jessie. Where did her egg go? It's against the Preener code to point fingers. But Gus was on cleaning duty. And it wouldn't be the first time that oaf fell through. Shh, son. Remember what Brother Lightbeard said? Who speaks? Cause leaks. Any idea where I can find Jesse's egg? If Gus really did take it, well, he's a little dense. Mentally and physically. He probably fell through the clouds and went splat in the forest. Да, очень смешно. Can you tell me about Brother Lightbeard? Happy to. Harmony Lightbeard is a brilliant philosopher, spiritualist. Ну, вы понимаете, философ. We have followed Brother Lightbeard up to the clouds to learn about his philosophy of lightness. Dad gave him all our money. Quiet, chit. Oh, yeah. It's a surprise for Mom's birthday. А, ну что тут можно сказать? А, сказочный, сказочный, просто сказочный. Ах. Сказочный идиот. Да. Don't the birds tend the nests?
Well, these birds are not exactly model homemakers. Left to their own devices, they'll lay too many eggs or get too fat, and then poof, they'll sink right through the clouds. Don't float, stay afloat. How are we floating on these clouds anyway? Volume! No, son. Try again. Jeez. Okay. Circumference? Area. Yeah. It's all about surface area. Pounds per square inch. Well, I'll see you two later. Farewell. Stick to the paths. Stay on the twigs or you'll eat a pig! No freestyling, Chit. Sorry, Pop. Так, лестница у нас уже была. Так, все, пошли нахрен. Короче, это сказочный идиот и его сказочный идиот-сын, которые оба сказочные идиоты. Посмотрим, что у нас здесь. You're a friend of Jesse's? Don't take this personally, Bird, but I gotta get out of here. Так, я могу. Почему я мигаю? I don't need a ladder hanging off of me. Не нужно, чтобы с меня свисал весь. Что это за йети? Hi. Are you? You may call me Fthir. Oh, yes, excuse me, father. No, Fthir. Like a beautiful feather, but lighter. Harmony gave me that name. It's quite an honor. Слушайте, порошок. Тут типа перышко, порошок, да. Переводчики сохранили какой-то юмор. Тут юмор. What are you guarding here? I make sure that Brother Lightbeard's time is not wasted. He's a busy man, you know. So you're Mr. Lightbeard's heavy? Hey, there's no call for personal insults. Can I go up and see Mr. Lightbeard? All are welcome on Brother Lightbeard's cloud after they make an offering. Mm-hmm. Да. Да, более упорно. It's not the object that matters, but the thought behind it. Huh. Weird. Верит. Куда газ отправился? He's got an egg I need. That one is struggling with the concept of lightness. He is yet to give up even a single letter in his name. He's worried people will think his name is gas. А, ну да. I don't suppose there's a big ladder like this that goes down. Last time I checked, most ladders go both directions. Ну да, гениальная мысль. Can I just go up the ladder without making an offering? Brother Lightbeard gives you this opportunity to lighten your load for your benefit, not his. Uh-huh. I'll let you get back to work. Stay light. Так, а здесь нам... Эй-ё-ё, поторопу. Can I go up that ladder? Yes, after you place an offering in the bowl. It's empty. Yes, that is why I said that thing about making an offering. It's empty. Yes, that is why I said that a light offering. Harmony will be pleased. There. Don't you feel lighter already? We accept your burden. Вы знаете, мне кажется, тут будет квест с тем, какие предметы класть, чтобы подняться наверх. Знаете, давайте я... Ну вот я, да, я туда эти легкоступы поставил. Но, по-моему, здесь была лестница. Да, вот здесь... Эй!
Ух ты, кто это? Давайте поднимемся вверх. Давайте поднимемся вниз. Ой, то есть опустимся. Что у нас здесь имеется? Какие-то куклы, клетки. Man, I hope that's not a real bird. I don't like the way that one's looking at me. Hi. Hi. Ты кто вообще такая? So, how's the view up there? I don't know. All I can see is my mother's disappointed face. I really like your outfit. Yeah, I liked it too. Not good enough though, apparently. And on top of that, the shoes were too tight. Did you say something about shoes? Yeah, why? You need some? Take these. I don't need any. I'm gonna sit here forever. What are you doing down here? I'm an offering for the Maiden's Feast. You can't tell? Jeez, it's worse than I thought. Как это убого! I was in a Maiden's Feast too, just today in fact. Oh really? You didn't get picked either? Well, no, I got picked, but I put up a fight and got away. You... what? I just figured, why not fight the monster, you know? Yeah, right. You didn't get picked. That's okay. Pull up a swing and sulk with me, sister. Mother. Kind of shabby looking for a maiden's feast. Hey, I can't help the way I look. No, I mean the broken bird cages and feathers. Oh, yeah. Well, that's because the feast is over. Need help? Cleaning up? Why bother? Well, it's just kind of a mess down here. So am I. That's why I like it. If the feast is over, what are you doing here? Rub it in, why don't you? I'm still here because I didn't get picked, okay? Look on the bright side. You didn't get eaten by a monster. I'd rather do that than face my family right now. Who am I kidding? They've probably already jumped off a cloud in shame by now. Look, I think it's time we start fighting that monster. You're just going through that anger phase after not getting picked. That was me yesterday. Well, I'll leave you alone. Just like Mokchathra did. I'm used to it. Мда, короче, нам дали туфли и... Maybe a nice pair of comfortable shoes would help? Don't need them. Nowhere to go. В общем-то, как, слушайте, все эти девицы действительно представляют семь смертных грехов. Там было чревоугодие, это уныние, печаль, уныние. Это в этом есть какой-то смысл. Кстати, а что если, понятно, нам только влево-то идти? Что если все три вещи положить в эти вещи. Давай, ускоряйся. Ну, короче, все. There. Don't you feel lighter already? Да, дорога. Дорога к Богу. О, боже. О, господи. О, господи. О, ужас. Лол. А я так понимаю, это лень. Ну, что тут можно сказать? Здравствуйте. Отсылка, да, возможно. Hi. Oh my. A fresh face rises from below.
Before you ask, let me answer. Yes, you may live here in Marylov forever. Who are you? I am Harmony Lightbeard, the lifter of clouds. Can you help me kill Mogchathra? Ah, what a thing to say. Did you just lay that? No, it fell out of my pile of... I mean, it must have been... Pay no attention to that. Я так понимаю, нам нужно его раздражать, чтобы он нес золотые яйца. Чтобы они стали тяжелыми, его вниз спустили. Actually, I just want to get off this cloud. Oh, I understand. You're quite mentally ill, aren't you? Have no fear, you've come to the right place. Hey, are you done with that golden egg? That's mine. I might need it someday. I mean, take it away. I need it like a blue jay needs a bowling ball. Нет, нам просто дают яйца. Heads up for there! О, лол, мы кого-то там это сделали. I really, really want to get off this cloud. Do you have any idea what would happen if people could just leave Mareloft whenever they felt like it? Mareloft would become lighter? Hadn't thought of that. But no. I could go kill Mogchathra? What an offensive idea. No! Everyone would leave? What? No! People would become unenlightened. So because I care so much, we have the Whoops a Birdie network to make escape. I mean, unenlightenment, impossible. Why do you have laces and a big bow on your cloud? Oh, why, you see, I exude such a powerful aura of lightness, it's made these clouds hyperbuoyant. If I didn't lash them together, they'd fly away into the heavens. Why are you up here so high? I'm exactly as high up from Mareloft as Mareloft is from the forest below. To show that we're all equals. I don't get it. It'll start to make sense after a few weeks of meditation, my child. Any idea where Jesse's egg went? Losing objects is a natural step in the path to enlightenment. It's part of who we are in Mareloft. It's in our roots. Do not fear it. Thanks for the help. See you later. Be light, child. Короче, го спускаться как на шесте. Warfather. Мада. He's breathing. Better let him sleep. Ха, мы все взяли и все открыто осталось. This thing is heavy. Better stick to the pads while I'm carrying this. Типа мы можем упасть моментально. Hey, that bird swiped my golden egg. Not fair. I stole it first. Понятно. Типа иди сам. Эй! Да бла-бла. Эй! У нас тут этой. I can't run while I'm carrying heavy golden eggs. At least not. Мада. Hey, that bird swiped my golden. Давайте попробуем еще раз, а потом попробуем что-нибудь с предметами. Короче, идите точно по дорожкам. Так, а мы можем... Just my size. Да ладно, это просто... I think that will fool her. She is a mom, after all.
Так, тогда давай-ка поднимемся. Эй-эй-эй-эй-эй, а ну вернись. А мы можем... Короче, мы надели снегоступы и можем ходить где угодно. Можно я не буду говорить про законы физики? Ага. Так, что с тобой стало? А... You guys want these golden eggs back? No, we like to keep them spread out around Mirrolof. Bring too many of those eggs to one location. And well, that's a lot of... chip. Gold! No, come on. Ну ты тупой. Pounds per square egg. Per square inch, correct. Well, I'll see you two later. Stick to the paths. Эй, я на тебя не щелкал. Эти пойдем правильно. О, тут есть фаст-тревел, это круто. Hey, I found a golden egg. Whoa, careful where you put it. Those things are heavy. Good to see you again. Я думаю, что нам нужно стырить вон то яйцо. Потому что он сказал, что если яиц будет много... А, еще лестницу можно скрестить. Да, чтобы она не проваливалась. Да, я сообразил. Я не проходил этот момент, если что. Сейчас эта птица Кар-Карыч. Solid as a rock. Peekaboo. That's right. It's me, your worst nightmare. Hey, come back here and get your comeuppance. On second thought, don't come back until you get some pants. Можно я не буду комментировать? Good thing I have these cloud shoes on. А эти сказочные идиоты, это грех называется сказочная идиотия. Ну, наверное, потому что идиотом это тоже грех. Быть идиотом это грех. Ну что, что у нас здесь есть? Два яйца. Вот на этом персонаже мы переключимся как-нибудь потом. Не в этом геймне точно. Можно, кстати, посмотреть... Надо еще одно золотое яйцо найти. Надо посмотреть... Опять ты тут, хай-хай. Мне интересно... Да. В общем-то, нам нужно три тяжелых золотых яйца. А, кстати, откуда у них золото здесь берется? Ну, блин, я говорю, это бутафория. Это бутафория. Нам нужно три яйца. Одно лишнее. Ахаха. А, стоп. А с чего это мы упали вдруг? А это дырка, что ли? Да, это дырка, кстати. Короче, нам нужно забрать третье яйцо у этой товарищи. У этой товар... Что? А мы туда еще не ходили. Нам нужно... Ты хочешь, чтобы я спросил мамку? А... Я могу сюда идти? А, нет. То есть, да, могу. Ну, раз вы попросили, я спрошу эту... Ну, она зеленая. Спрошу эту зеленую... Х...
хватит тыкать на этих двух дебилов. Простите, они реально дебилы, они сказочные идиоты. Well, I'll let you get back to your work. Watch your step. Well, I'll let you get... Понятно, ничего с ней нельзя. I'll bet I can make a million off of this idea. Это можно заработать миллион, да. Короче, идем к Гассу. Я так понимаю, там Гасс будет. И у Гасса надо просить яйцо, чтобы положить вот это третье. И положить те три яйца на... Ну, в общем, вы поняли, куда. Man, that sign really did not do this thing justice. Ух ты, да тут у нас только... Это что такое? О! Подсказка. Ну, хотя бы у нас есть два яйца. Ой, мы, кажется, провалились. Shit! This is... Короче, кто-то там... It's empty. Тут ничего нет, если положить. Big old heavy egg won't do any good. Понятно. У вас большие проблемы, молодой человек. Why don't you just let go? I'm 85% sure someone would catch you. I'm stuck. I'm caught on this branch and I can't reach back that far. What are you really doing down here? I was just chasing some fruit that fell off that tree and I hit a weak spot in the clouds. You're in big trouble, young man. Oh, man, don't tell Harmony, okay? He already has it in for me. Why would Jesse's egg need cleaning anyway? Well, it didn't, but I needed the work credits to make up for some hygiene demerits I got last week. Mind if I just squeeze past you? Yeah, that's a good idea. Come over here, right on. No way. Well, you hang in there, kid. It's on the branches. Can you unhook it, please? Unhook my underwear? Sorry, I'm not going anywhere near your underwear. Come here! Help me! Ладно, законы... Нарушение правил что? Соляриус, короче, ты понял, надеюсь. Секунду, я посмотрю, что это за ачивка. Познакомиться кое с кем в сомнительном положении. Да уж. Да мы поняли. Мада. Я не знаю, что здесь можно сказать. Давайте возьмем яйцо. Let's fall. Нет, мы не будем падать. Что здесь можно сказать? Что там в дупле происходит? Что? Ну хотя ладно, понятно. Из дупла, да. Ну и отдадим этой птичке яйцо. Отдадим птичке яичко, господи. Воркует.
explain. I didn't take... Oh, hey, you're welcome. Wasn't anything, really. Так, мы получили ачивку. Еще одну ачивку. Саппорт Йорик. Что за ачивка? Воссоединить. Воссоединить. У нас есть 3 яйца и... Он очнулся, да ну. Please place your offering into the bowls of enlightening. Whoa, careful there. That thing's heavy. Haven't you heard Harmony's teachings about lightness yet? And the last one. Hang on. Before you get on that ladder, I need to think about this cloud's weight limits. Вопрос, если у нас в инвентаре эти 3 яйца были, почему мы тут не провалились? Мы стоим на 2 ногах. Давление, площадь ног гораздо меньше площади этих 3 тарелок и яиц тоже. Почему законы физики здесь неприменимы, господи? Бомбы пошли. My bowls. Какая-то она увесит. 3 ачивки подряд. Ух ты, что это? Пойдемте обратно. Ой, господи, я имел в виду... Короче, этот местный бог куда-то туда улетел. Да, понятно, понятно, спускайся. Что у нас здесь есть? Витраж. Pretty. I like how shiny the sun is. That's the second hole I've put in this cabin so far. Шутка. Just my size. Одену-ка я туфельки еще раз. Что я без обуви хожу, ну правда. Спокойно, молодой человек. Hi. Listen, I'm sorry. I didn't know you had feelings, okay? I do have feelings, but you didn't hurt them. That old spruce thing. Or maybe, hey, who are you? My name's Bella. What's yours? I'm Curtis. Sorry, I thought you were a tree. А... Он сказал, что он подумал, что мы дерево. Он бы еще нам сказал, что мы бревно, и мы бы точно обиделись. Да. Have you always talked to trees, Curtis? No. They only started talking recently. How can I cut down trees when they're screaming at me? Может, тогда не стоит рубить лес? Логично. But I'm a woodworker. If I can't cut down trees, where will I get my wood? What are they screaming at you? All kinds of really personal insults, like really over the line type stuff. It's been rough. But the worst part is not having any wood to build stuff with. So you're a woodworker. Could you make me something? Like what? А почему лох? A weapon to kill Mokchathra? That dude is a bummer. But I don't think I could make something that powerful. How about a nice 3-legged stool? Yeah. I haven't done a stool in so long.
Listen, about that big mess upstairs. Oh, did another tree fall on my roof? No, I fell out of the clouds and crashed into it a little. That's cool. I needed a little fresh air in here anyway. Been kind of cooped up for too long, you know? Okay, make me a stool. I'd love to. If only I had some wood. Will you help me kill Mogchathra? Sorry, conscientious objector. But I'm not using my axe. You're welcome to it. Ooh, think I could kill Mogchathra with that? Oh, well, no. I really don't think anything could kill Mogchathra. Catch you later, Curtis. Beware the trees! Честно говоря, никакое... Hey, here's some wood. That wood is playing a vital security function where it is. I feel like I should get to know that guy before I steal his art. Мда. Как можно красть человека, не зная его географию? Ой, то есть биографию. Someone's ripped the trees out of this painting. They were looking at me. Параноик. Да-да, как можно обкрадывать человека, не зная его биографию? Ну, вы поняли. You using this axe? Not until those trees stop talking. Okay then. Ура, еще одно оружие. Да мы поняли. Хорошо, здесь можно пропускать. Я хочу поговорить с этой товарищей, то, что я лестницу опустил. Понятно. Доказательства. I'd better not ask that. Could get Curtis in trouble. No way. It's too pretty. I'm keeping it. Окей. Хотел спуститься, а то, что там лестницу опустили, пофиг. Окей. Ладно, не хочешь, не надо. Зачем? Не, мы это трата времени. Не заскриптовано. Please don't tell the trees I'm in here, okay? And when you hit the main trail, head east. There is an extremely territorial snake in the other direction. Gotcha. Он хотел вниз. East? Or was it west? Meh. А, ладно, фиг с ним. Что значит галина и планка? Планка – это балка. Балка – это бревно. С этой такой логики... Ну, ускоряйся. Господи, я думаю, я проваливаюсь. Привет. So what's new out here? Are you making fun of me? Well, I'll leave you alone. Okay. Ясно. Надо вам, вот. Но вот. А это потому, что разрабы не заскриптовали, а заскриптовали было бы. А нижняя, не, нижняя точно не пойдет. Она сказала, я тут буду сидеть. И вниз не пойду. Ну, в общем, она такая же глупая. Как все остальные, которые были на этом празднике. Ладно, не будем о грустном, продолжим. Секунду. Ладно. Продолжим. Что здесь было такое? А, это курсор в меню поменялся. Проверим ящик. Это жизненная позиция Стаса. Ну да.
hasn't gotten mail in a while. Стирать, потому что стер бы я. Как так можно медленно идти? Давай ускоряйся. Господи, okay, which 3D. One of you trees has been bugging Curtis? They don't seem too chatty to me. Так, кто будет спамить в чате, так, тот пойдет на колбасу. Wait, is this east? West? Hey! Let go! Oh boy. This is tight. I can't use my hands. Ладно. Тогда ногами. А это на корсет ругалась. Ладно. Так, туда не ходить, понятно. Okay, this time I'm sure I went the right way. Hey! Let go. Can't breathe. Странно. Так. Oh yeah. There's a snake over here. Давайте еще раз посмотрим и пойдем направо. Кто проживает на дне океана? Ту-ту-ту-ту. Я забыл ее фамилию, поэтому попеть не мог. Понятно. Но это же актерская игра, вы знаете. Okay, now I see why the trees were freaking him out. I have a feeling I might regret this. Murderer! Axe-wielding psychopath right here! Shh, he'll wake up the other trees. She's got an axe! Run! She's a murderer! Okay, look, I'm getting rid of the axe, okay? Just stop screaming, please. Да, 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 да. Are you magic? Can you help me kill Mogchathra? Is that all you humans think about? Killing? You all make me want to puke. You got a little something in the corner of your mouth. Oh, that's just a little sap. I'm not ashamed. It's thick and natural, and I'm full of it. Yeah, you are. Why are you so upset? I just can't stand by in silence while you murderous humans mutilate my brethren. It makes me sick. Please don't scream anymore. You can't silence me. I'm going to wake up this whole forest. I'm here on behalf of Curtis, the lumberjack. That homicidal psychopath? I once saw him hack an old lady to death. Wow. Really? Yes. A 300-year-old spruce, mining her own branches. Then he comes along. And the next time I see her, she's a... Oh, God, if I say it, I think I might be sick. Say it. What did Curtis do to the old spruce? He butchered her. Turned her into a stool. Oh, God. I think I just threw up in my mouth a little bit. I've never seen a talking tree before. Well, I've seen plenty of axe-wielding murderous humans, so get lost. Да, Солериус, я тоже об этом подумал. Hey, can I have some of your sap? You're just like the rest of them.
were to bleed us dry, steal all our thick, luscious, and incredibly useful fluids. You humans make me want to throw up, but I won't do it, because I refuse to give you the... Слушайте, если у нас будет квест... Если у нас будет квест заставить его, ну вы поняли, как достать смолу. I've got a ladder in my pocket. Bet that will make you barf for sure. Is it from Mereloft? They only use naturally fallen branches collected by their birds. See? It's possible to live in harmony with nature, you barbarian. Dang. He also makes nice things that aren't wood. Crystals have feelings too. Have you ever seen cloud shoes? They're bent twigs, wrapped in feathers. Well, the twigs might have fallen off naturally, so that's not going to make me sick. But I can't speak for the birds. Так, не мешало бы сохраниться, честно говоря. Давайте пойдем дальше. Злобное дерево. О, господи. Looks like Mogchathra hasn't gotten here yet. О, привет. Ты Леонов. Ты король из обыкновенного чуда. Очень похож почему-то. Странно, почему я... Не, не то, что он похож, я просто про него вспомнил. So smooth. О, господи, что это? Really like fish guts. Слушайте, а что если этому дереву показать кору? Found some driftwood down by the beach. That's morbid. But at least it's natural and hasn't been perverted by you humans. Ладно. Хотя бы прописаны такие диалоги. Ну давай быстрей. These fishing poles are useless. All the hooks have been stolen. Ой, не хочу туда подниматься. Ты кто такой? Hi. You maidens getting ready for the maiden's feast? Hey, can I have some of that perfume? That's not perfume. That's a proprietary luring compound known as Beast Hooker. It's irresistible to Mogs. Hey, can I have some of your Beast Hooker? That's better. But no, you can't. Sorry. It's her secret sauce. Nice costumes. Thanks. Our dads made them. They're the best fishermen in the village, so they're pretty good at tying lures. We had to use every hook in town, but it was worth it. Знаете, я гарантирую, будет у нас четвертая локация, где тоже будет... Праздник этого девичий пир, и он будет состоять из огня. Там будут жарить мясо, потому что у нас был земной, земля, пекари, воздух, вот птицы, вот это вода, рыба. Of course you do, poor thing. But shell maidens are chosen only after a long period of qualifying events. Also, our dads are pretty powerful. Also, can I tell you something? Just as a friend. Oh my god, yes, just as a friend. You just don't smell right, girl. Oh, I'd want a friend to tell me that. Hey maidens, I'm going to kill. Секунду.
Так, дорогие друзья, вернемся. Так, где наша игра? Продолжим. Ты похожа на... Можно я не буду говорить? Don't you guys ever wonder if there's another way? To save the town, I mean. This is how it's always been done. Yeah, they figured out how to do it a long time ago, so we wouldn't have to think about it. А какие грехи предоставляют эти девушки? Я не очень понимаю, хотя назвать их девушками я не могу. Ну да, я голодный игрок для Мога Чатры. You made me nervous? Yeah. Nervous that Marshall Dune isn't gonna get the offering arena ready before Mog Chagra gets here. Oh, I can't believe our dad's donated so much to his campaign. How about just one little squirt? Sorry. If I'm not gonna give any to my best friend, Drusilla, I'm certainly not gonna give any to you. I said I don't want any. I don't use performance enhancers. See you maidens later. Ciao! Так. Let's cut this ribbon already. You tell him, non-maiden. The ribbon is there for your protection. The arena is still under construction. Знаете, я прочитал, роботы еще не готовы. А когда он по-английски сказал «Arena under construct», я представил, BattleBots. Ну, Солярис, товарищ, знает, наверное, о чем я. Битва роботов, короче, знаете, такие. Вот прям серьезно. Excuse me, mayor? What? Mayor? Why did you say that? Because you look like a mayor. I have to admit you're not the first person to tell me that. But alas, I am merely Maiden's Feast Marshal Dune, a humble man of the people, for now. Hey, about your bucket hat. What? What about it? Can I have it? Certainly not. It's an integral part of my soon-to-be mayor look. I need to enter the Maiden's Feast. Well, at this point, we may not even have a Maiden's Feast. Not that you have the right scent for it anyway. Давайте добросим этого мэра до конца и закончим гейм. Он у нас и так 2 часа идет. Are you saying I smell bad? Oh, heavens no, child. You smell like birthday cake and fluffy clouds. With a hint of fresh pine. Ooh, and a dangerous undernote of snake, I believe. Very nice. But that's just not the sort of aroma that hooks the big fish. Talk to your grandmother. I'm sure she has a fragrance recipe she'll share with you. Yep. Так понимаю логику, что нам нужно принять участие в этом пире, чтобы в нем победить Чатру, но чем? So, you're running for mayor of Shellmound? My hopes and dreams, just sand castles built too close to an angry sea. I had hopes, child, but this construction debacle under my marshalship has washed them all away. Ой, знаете, мне как-то от этих диалогов, я, честно говоря, уже устал. Давайте сделаем перерыв и допросим его до конца в следующей серии, потому что нам нужно сохраниться. Ой, и уж как-то вот, как-то так. Я надеюсь, мы с вами отлично провели время. И в субботу будет гейм не по этой же игре. Вот только у меня к вам вопрос.
будет ВК в виде опроса. Следите за опросом, за новостями. И... Ой, удачи, до свидания, всем пока.